всем добра, дорогие друзья, с вами Винди. Сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием Friday Night Funkin' HD. Вышла четвертая неделя самого лучшего мода на Friday Night Funkin', самого ржачного, самого хайпового. Мы его с тобой проходили, предыдущее видео миллион собрало, так что, ну ты его глянь, если что. А мы с тобой поиграем в четвертую неделю на харде. Мамка должна убивать, называется. В прошлый раз мы остановились на том, что бойфренд оказался геем. Да, посмотри предыдущую серию, если не понимаешь, о чем я. И Пико это. Эй, Беф, они играют мою маму, песню моей мамы на радио. Ты тусишь с ней? Да, вообще кайфовая. Знаешь, девушка, я не думаю, что я был с кем-то, кто делает меня таким же счастливым, как ты. Господи, у нее грудь такая, слушай, здорово. Так приятно иметь кого-нибудь такого же кринжового, как и я. Я не бы сказала, что я кринжовая, но довольно прикольно видеть, как ты надираешь всем задницу и не умираешь. Что с лицом? Это правда? Ну да. Кстати, разговаривая о наших отношениях, что ты делала с Пику парочку недель назад? А, с ним? Ну ты знаешь. Ты знаешь теневой реальм из Югио? Это почти то же самое. Он не страдает или что-то такое, но он нам принадлежит. А! Мы Пику, короче говоря, отдали ее отцу, а ее отец как бы дьявол. Он принадлежит мне. Я делаю с ним странные вещи. Да, слушай, это довольно подозрительно. Почему ты другого парня имеешь рядом с собой постоянно? Ты что, дурачок? Почему ты пытаешься предположить, что нужно ко мне ревновать? Я постоянно, может быть, с ним, но я не могу с ним взаимодействовать, если я не скажу так. Это не выглядит правильным, если честно, ты тусишь с другим мужиком. Последняя пара вещей, которые ты сказала, делает заставлять меня чувствовать твои отношения ко мне. Да ладно, даже если мы... Мы с тобой только начали видео, и мы уже смотрим на то, как два шкета выясняют отношения. Даже если мы мутимся всего лишь меньше 2 месяцев, это ничего, блядь, не значит. Ты говоришь, что я для тебя ничего не значу. Нет, ты унылый и надоедаешь мне. А? Подожди, ты слышал это? Не трачь свое время, доверяй ей. Чё? Кто здесь? Кстати... Ты, если что, наказан. Ни хрена у нее присуха. Слушай, бойфренд, давай, может быть, с мамкой ее забудь. Ты также это, наказан, ты знаешь? Твой отец и я тебя, рыженького, вот этого теперь кайфую. Ты не можешь им владеть. Мама? Это я, дорогуша. Я ломаю вашу вечеринку. Это твоя мама? А? Не представляю я себе никак. Тихо! Бонжур, дружище Альвин Михаил. Что? Да, мэ. Это ее кореша, короче. Давай, давайте наблюдайте за тем, чтобы она нам не помешала. Да. Извините, что мешаю вашему свиданию, но... она еще не стала совершеннолетней. Ты сказала, что ты не будешь в это вмешиваться, мама. Я решала. Но потом Гномио решил издеваться над моим батей и его фанатами. Ты бы не поверила, насколько сильно он плакал в моих руках в ночь, когда это произошло. Я победил ее батю моей девушки, и его... И он плакал. Он плакал у нее в руках. Но походу мамка у них самое главное. Скажи им, как тебя зовут, малыш? Парень. Меня зовут парень. Ну типа парень. Это самое тупое имя, которое я слышал. В любом случае, меня зовут мама. После всего этого, однако, единственная вещь, которой ты будешь меня называть, это... Мамочка. Ты забавная. Ты мне нравишься. Что, блядь, она делает? Она что, пытается соблазнить моего парня? Неважно. Я знаю, что мой парень будет моим парнем, и он не будет ей поддаваться. Однако я заставила его ревновать. Возможно, это сделает гораздо проще для нее его соблазнить. Ну ладно, неважно. Я все равно верю моему парню. И ты должна верить моему парню. 3, 2, 1, go. Блин, как раз самая любимая моя песня будет. Бля, там парень еще снизу стоит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, как это прикольно выглядит. Слушай, вот это у тебя прицуха.
Короче, нам девушка не нужна, парень. Давай по мамочке. Не, ну теперь это, кстати, будет нетрудно. После всего, что мы с тобой проходили, ну. Лена, кто-то приезжает на заднем фоне, кто? Это, мне кажется, сэмпай, кстати. Блинчики, без сзади, конечно, клевые. Кстати, заметил, что у них рожки отличаются? Может, еще пойдем. Мне кажется, много подсказочек будет на вот этих постах. Сзади, блин! Мне нравится тот парень внизу, который подглядывает за нас с тобой. Ой, что там дальше по сюжеточке? О, там какой-то злой бойфренд проезжал сзади. Так, что там дальше по сюжетчике? Если мамочка будет меня соблазнять, то я не обещаю, что я продержусь. Good evening, beautiful people. Я читаю важные новости. Тупой ебаный ребенок на его тупой ебаной машине с тупыми ебаными бабами. Я хочу, чтобы новости у нас такие были. Здравствуйте, прекрасные люди. Это KOL Новости с нашим сообщением на очень быстрой гонке, которая происходит по дороге 76. Две персоны в данный момент на машине. Они были... Один из людей, которые там находятся, был идентифицирован как предыдущая порнозвезда Мамочка. Это, блядь, тупое имя. В любом случае, она и ее дочка с большим количеством других людей по какой-то причине едут на дороге и с очень маленьким количеством светов. Поэтому будьте аккуратны, они могут вас вдариться. Серьезно, блядь, кто нахуй их туда поставил? Более важное, это все я вам скоро расскажу. Я должен был это сказать? No. Да вообще похуй на самом деле. Неплохо, парень. Да вообще неплохо. А, дерьмо, дерьмо, это слишком сложно. Я вижу, откуда у нее приходят эти апсы. Ну типа, кубики. У меня только один кубик, он круглый. На кого ты так хорошо смотришь? Ты что, со мной хочешь? Да, если бы. Ты очень странная мама. Зачем ты пытаешься его соблазнить? И ты папа, папа ведь. Папа же существует, ну? Ты ломаешь мои свидания постоянно. Ты захватываешь людей в телевизор. Ты заставляешь людей курить себя для того, чтобы умереть. А, это отсылка на этого? Блин, у меня вылетело из головы. Резко вылетело из головы. Ну ты понял, про того парня, который курил и помер. Это так раздражает. Мисс Герлфренд, пожалуйста, расслабься, Сахарыч. Твои родители знают, что лучше для тебя, просто расслабься. И ты привела своих симпов сюда! Ты самая худшая! Ой, парень, не похоже, не думал так. Посмотри, как он смотрит на меня. Ну, скажи мне, парень, что тебе нравится обо мне? Твоя музыка, третья хорошая. Тебе нравится мой запах, мой дорогуша? Или мои волосы? Или, возможно, что-то еще нравится тебе? Ты видел, да, куда она трогала себя в это время? Можем просто к следующей песне перейти. Почему ты делаешь? А, почему ты не отвечаешь ей напрямую? Ты мужская шлюха. Я его теряю. Это очень быстро, но я уже его теряю. Все не может закончиться так. Помни, парень, здесь есть огромная разница между девушкой и женщиной. Возможно, следующая песня покажет тебе, что я могу. Давай, это не та песня, поэтому не удивишь. Я в прошлый раз, между прочим, прошел с 95% точности. А! Что? Что? Что здесь делают? А, ну в принципе, на дороге фонари. Бля, ну вообще логично, да, ладно. Нажимай пробел, я должен перепрыгивать их? Еба! А она почему перепрыгивать не должна? Она сильнее фонарей? Да пошел ты в жопу!
Она что, сильнее фонарей? А, да, я могу. Я могу перепрыгивать. Вот это найс. Оп, 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 оп. Я просто могу спамить. Опа. Нет, ну на самом деле, я не могу поспорить с тем, что таки мамочка у нее получше. Ну ты типа... С ней можно во многие вещи поиграть, я считаю. И поет она лучше. Опа! Мне кажется, потом это во время песни будет. И у нее есть кореша. Пошел в жопу, фонарь. Ты вот скажи в комментах, ты бы кого выбрал? Девушку или мамку ее? Опа! Блин, ну посмотри, музыка классная. Блин, мне так нравится... То, как мы с тобой развились, то есть раньше для нас это прям была беда. Теперь мы с тобой налегке. Ой-ой-ой-ой! А чё я? Я тоже хочу понажимать. А, ладно. Нормально, нормально. Живем, живем, живем. Там я немножечко сбился, но все равно аккуратно с каким-то образом 92%. Фу, мамка, давай, пойдем. Это вообще так важно. Всем вообще насрать на то, что все это происходит. Я 8 дней здесь, и через 2 недели у меня здесь будет отдых, так что я вообще устал от этого дерьма. Этот... An anonymous tip sent into the newsroom just moments ago has identified the short blue-haired youth accompanying the dearest family members. Также там заметили какого-то очень голубоволосого парня, которого называют Boyfriend XML. Рэпер, который начинает свою персону и победил недавно предыдущего рок-звезду Дадди Дэриста. Ладно, достаточно, миссис Мамочка, мне хватило. Что еще, дорогуша? Ты что, теряешь фокус из-за того, что видишь, как я двигаюсь? А она уже пропотела, кстати. Да, я думаю, у тебя очень много всяких мыслишек в голове. Ты хочешь меня так сильно? Не так. Вот так вот, я думаю, что он пропал. Нет варианта, что он не хочет ее после этого. Это всегда работает на всяких хорни парней. Но он не может просто взять и проиграть ей. Она просто хочет его душу забрать. Если ты меня покинешь, тогда я хочу, чтобы ты, по крайней мере, имел возможность найти себе покой. Она такая, типа, ну если ты все равно от меня уйдешь, я хочу хотя бы, чтобы у тебя покой был. Черт, он покинет меня теперь, и все, это из-за этого тупого аргумента, это все моя вина. А, из-за того, что они поспорили. Просто, блядь, заткнись нахуй! Че? Извини меня, что? Заебало! Хватит балдять, вот ты вонючая! То, как ты меня заставляешь, вообще это заставляет меня чувствовать себя каким-то неадекватным. И ты... Подумала, что ты вообще можешь со мной разговаривать так, рядом со своей дочерью. Все, чтобы меня впечатлить, какого-то рандомного парня. Это заставляет меня быть таким злым. Как ты вообще можешь говорить такую дерьмо о ней? Я люблю твою дочь. Я только люблю твою дочь. Хорош! Вот это уважение. Я не буду врать. Я нахожу тебя привлекательной. Ты очень милая. И твой голос милый, и все такое. Но я бы даже не подумал уйти от тебя, от твоей дочери к тебе. Просто мне очень стало грустно, когда ты сказала, что... Когда, ну, типа девушка сказала, что я не кринж, что я не кринжовый. И что ты только остаешься со мной, чтобы не дать мне умереть. И что ты вот это спики тусила. Я чувствую себя не очень уверенным касательно него с тобой. Я должен быть с тобой, а не он. Я только сказал тебе, чтобы попытаться тебя раззадорить и быть уверенным, что мы тебя не бросим. И я только твоя номер один черлидер. А, я типа всегда буду тебя поддерживать. Извини, что я тебя вот так вот заставила. У меня очень много веры в тебя, потому что ты просто... Ты очень крутой, ладно? Это единственная вещь, чтобы быть достаточно сильным демоном. А,
Одно дело быть достаточно сильным демоном с огромным количеством уверенности в себе. Но это другая вещь. Быть обычным, смертным, с таким чувством своей... неуязвимости. И это ты, парень! Как мило. Неважно, как сильно в тебя кидает всякое дерьмо, ты всегда побеждаешь своей уверенности. Или это страх встретиться с моими родителями, монстрами и все такое. В общем, ты ничего не показал, кроме решимости. И я уверена, если бы я была смертной, то я бы была еще более влюблена в тебя. Я люблю тебя, парень! Звучит неправильно. Короче, нам нужно с тобой не расставаться. Ты мне очень нужен вообще. Ну если ты тоже это чувствуешь, это чувство, что наши души, они неразделимы. Это действительно очень привлекательно. И я действительно чувствую, что мы кукурузы. Мне очень жалко тоже, девушка моя. У тебя нет идей, насколько я тебе благодарен. Я рад, что мы можем нахуй это дерьмо выбить друг из друга. О, это чувство. О, дорогой боже, господи. Папочка не заставлял меня чувствовать себя так давно. Мама? Ну, ты, парень, ты очень другой. Парень, который знает, как заставить... как поставить такую сучку вроде меня на свое место. И показывает любовь к своей прошлой девушке, вместо того, чтобы кинуть ее. Это чисто минимальная игрушка, но ты очень уникален. Идеально. Я тебе говорю, парень, если ты проиграешь, твоя душа моя на всю вечность. Ты никогда не увидишь девушку, никогда свою. Я использую все силы, чтобы этого не произошло, и буду тебя использовать. Я даже, возможно, сделаю тебя моим симпом. Подожди, так мы что, кем-то были до того, как стать демонами? Ты не можешь отказаться от этого предложения, иначе я тебя сожгу прямо сейчас. Блять, девушка... Возможно, это не закончится очень хорошо. Это не то, что, типа, я тебе нравлюсь, но не сдавайся. Давай, набей жопу моей мамке, понял, да? Ладно, я набью жопу твоей мамке, поехали! А, ты имеешь в виду в танце? Ребята, возможно, это будет очень хорошо для нас, если это последняя движуха будет. Давай, поехали в следующую песню, и мы будем помнить. Ха! Они говорят, короче, возможно, это будет последняя вечеринка для нас, братья, потому что их, видимо, могут уничтожить. Поэтому давайте, ребята, последняя вечеринка, и я хочу вам напомнить, что я люблю вас всех ровно. Давай, поехали, будем надеяться, что она не сожжет всех. Beautiful Everest. Будем надеяться, что она не использует великолепную, сжигающую, органическую машину. Кстати, дорогуша, я не хочу, чтобы это было таким скучным. Я хочу быть той самой, которая заберет тебя в могилу. Так что танцуй, танцуй для меня, дорогуша. Держи свой баланс, так же, как мои игры. Потому что это дерьмо выбьет из тебя все. Вот это у тебя лицо, конечно, поехавшее. Не понял. Не понял, что? Что? Не понял, что? Там написано было какая-то машина, которую нужно вот это беречь. Что-то какая-то сжигающая. Так, стоп, меня что-то сейчас еще сбивать будет? Смотри! Бля, мамка, как тебе не стыдно? Смотри, как это стоит! Ты видел, что она делала? Его сожгло. Мамка вообще хорни, смотри! Она себя за свою персону держит. Вон она за свою личность держится. Так, подожди, то есть если я не нажимаю на эту шнягу, то я умираю? Дай! О, это больно. Это очень больно сейчас будет. То есть нам нужно с тобой одновременно нажимать на кнопки, одновременно уворачиваться от фонарей, одновременно нажимать на полетики. Поехали. Опа! Я могу спать, пробил, но не буду. Да пошел!
Оп! Не-не-не-не-не, вы думаете, что вы меняете восстановите? Трижды. Поехали. Оп! О! Бля, трудно! Вот такую музыку трудно не качаться. Пошел. Как будет ускоряться на бой? Пошел ты. Да ну не сегодня, фонарь. Да ну не надо, фонарь, ну прекращай, ну серьезно. Ну что, что вот это вот начинаешь-то? Парень, это было великолепно. Я так в восторге. Все? Все? И все? Ну это было круто. Это было круто. Я тебе говорю, это лучший мод, лучший. Где еще ты можешь видеть, чтобы мамка это делала? Очень круто, очень классно, мне очень понравилось. Я надеюсь, тебе тоже. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Пока что на этом все. И да, всем пока, до скорого, удачи.